Да, действительно, это не тайна, что во время кризиса 2008-2009 года Стельмах выдавал активное рефинансирование банков. И осталось действительно где-то 77 миллиардов. Но почему его пересчитывать в доллары? Рефинансирование выдавали в гривне, погашали это в гривне. Выдавали это для чего? Погашать депозиты, погашали кредиты. Сумасшедшая сумма денег тогда ушла на возврат, как бы сказать, депозитов. Что же не забывать? Не надо переключать факты. На сегодняшний момент общая сумма рефинансирования, которую НБУ предоставил банкам, 138 миллиардов. И некоторые говорят, что это мало, надо еще больше. Поймите, основная функция НБУ, одна из функций, это рефинансировать банки, понимаете, а не забирать деньги. Вот в чем разница. Эх, ребята.